Ава Кодер и добро пожаловать на курс введения в машинное обучение и Data Science. Мы разберем основные методики, применяемые в машинном обучении, основные методы, приемы и так далее. Также мы разберем SKLearn, пройдемся по Supervised Learning, Unsupervised Learning, кластеризация, прочее, может быть, какой-то boosting. У меня нет четкого плана от и до, поэтому я буду добавлять курс по мере возникновения, может быть, каких-то новых методик в мире. Но в любом случае он послужит отличным началом для тех, кто хочет посмотреть, что такое машинное обучение и Data Science. Я думаю, там приемы, которые мы будем рассматривать в начальном курсе, они, в принципе, будут схожи для двух дисциплин. И прямо за мной находится тот самый пирс, откуда уплывал герой того датасета, на котором мы будем тренироваться. Этот датасет, естественно, Титаник. И это тот самый пирс, от которого он, собственно, отплыл в айсберг. Следующая остановка. Ну, а для тех, кто соберется учиться дальше и уже более профессионально подойти к делу, будет отдельный авторский курс уже с Матаном, с необходимой статистикой, уже с конкретными примерами из жизни, из моей практики, и который уже приводит, собственно, будет заточен под трудоустройство. И, кстати, для этого курса я начинаю розыгрыш. Будет три места. Первое место – это бесплатный профессиональный курс по машинному обучению и Data Science. Вы ни за что не будете платить, но получите кучу копий профессиональной курсы. Второе место – это настоящий английский чай, который пьют принципальские. И третье место – это спам. Что для этого нужно сделать? Нужно поставить лайк, подписаться на канал, ударить колокольчик, далее прокомментировать, естественно, расшарить это видео и желательно любое видео, которое будет в этом курсе. Далее нужно прокомментировать, что лучший курс по машинному обучению. Простая фраза. Затем я отберу именно тех, кто сделал все эти действия, и разыграю призы в конце вот этого бесплатного курса. Так что не забываем, ставим императорский палец вверх, подписывайтесь на канал, бьем в колокол. Это был Ви. До связи и встречи на курсе.